приятного просмотра. Внучок подарил телефон, он где-то лежал. А, вот он. 8 9 1 1. Ой, нет. 8 9 1 3 9 9 3. Что-то я без очков не вижу. Где мои очки? Вы заинтригованы? А вот и очки. Вот так гораздо лучше видно все далеко. Хорошо. Какие тут цифры? Номер что-то я забыла. Забыла номер телефона. О, я же его на бумажке где-то записала. Где же это на бумажка? Пойду-ка я найду бумажку. И отправилась бабулька в путь. Ой, бедная больная, что-то спина у меня заболела. Ой, а что это у тебя там? А вот это, что это такое? Вот это вот. Не, это вот справа у тебя, вот, да, вот это. Это что такое? Что? О, ковер! Сяду, отдохну, больная бабушка. Прилягу, отдохну, устала. Прошло 2 года. Ой, бабушка уставшая. А где же номер? Точно. По-моему, я его в платочке носила. Так, вот я его записала, наверное. О, нет. О, ты же... Это же направление к врачу не то. Номер. Это в платочке. Вот. Ой, нет, это моя пенсия. Разве моя пенсия? Где же номер? Номер. Ха! Вот, кажется, я его нашла. Вот, я его тут хорошо написала. На америкосовском флаге. Туалетная бумажка моя такая дома. Так вот все хорошо написано, как это к телефону. Да, тоже у меня вот в панталонах положила. Так, номер какой? 8 9 1 3 9 1 1 0 3. Знакомые все цифры. 0 3. Ну да, все, сейчас позвоним. Так, что-то платок мне уже... Ой, какой платок. Туалетная бумажка мне уже не нужна. Можно потереть все свои сопли. Алло? Алло. Привет, алло, дорогая. Да, здравствуйте. Да, это я. Кто вы? Подождите. Алло, алло. Позовите мне Капитолину Альбертовну. Какую? Капитолиночка. Алло, да. Привет. Ты помнишь, прошлым летом мы варили корень мандрагоры? Нет, не помню. А ты не помнишь? Какого летом? Помнишь? Зима на улице была весь год. Таблетку от природы. Вспомнила? Я ем арбуз. Ты помнишь, как варить корень мандрагоры?